Что, друзья мои, вот мы и пришли. Туман, похоже, рассеялся. Но все равно мы сейчас пройдем, прогуляемся и попробуем вызвать на себя объекты съемки. Скорее всего, я сейчас переключусь на камеру, потому что iPhone, конечно, хорошо снимает, но мне неудобно будет все это делать, показывать вам, рассказывать, в том числе, что мы взяли с собой. Сегодня минимум набор у нас. Я взял только релейкорд и оптический экспонометр. Все, никаких электронных девайсов, с ними покончено. Проявка пленки предыдущей показала, что замеры аптека абсолютно корректные. Сегодня пасмурно. Я думаю, что сегодня все будет нормально. Дождик опять пошел, туман мы не застали. Что будет, то будет. Ну, друзья, посмотрите на это. Друзья, вы, наверное, узнали это место. Я уже делал фотографии этого места, этих берез в этом подъеме. Спускаемся. Сегодня свет мягкий, рисунок совсем не мягкий. Мы попробуем спуститься вниз. Хорошо, я сделал промеры аптеком. На этой пленке я показал, что мы при 250 одной 250 секунды сможем снимать с диафрагмой 5.6. iPhone, кстати, показал то же самое абсолютно. Вот такую башню построил. Главное время, наверное, будет все. Третья самая низкая здесь, по которой я иду. Также фотографии. Кто-то снимает на цифру, имеется в виду на камеры. Кто-то снимает на GoPro. Кто-то снимает на пленку.
стороны совсем другой. Видите, гриб. Все внутри. Внутри, смотрите. Жизнь везде пробивается. Всяких березовых грибов, черный дерево, пахнет дерево, черный дерево, смотрите, какой свет, свет желтый.